поплыла по синим волнам. Пускай себя мы очень любим, для нас профессии не краше. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие, таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие, таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Всегда поднимем настроение, под музыку в ярком свете. Нам верят взрослые и дети. Пускай себя мы очень любим, для нас профессии нет краше. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Мы часто говорим со сцены слова любви к родному краю. Придут другие нам на смену, успехи наши умножая. Пускай себя мы очень любим, для нас профессии нет краше. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе. Лучший культработник 2015 года Адам Карданов. Ярчайшая участница конкурса «Лучший культработник 2016 года» Белла Цаликова. И лучший культработник 2017 года Алексей Толмачев. Заслуженный работник культуры Республики Адыгея Коблев Азар. Отборочные туры уже прошли в культурно-досуговых учреждениях районов Республики Адыгея. И сегодня здесь находятся победители этих туров, представляющие свое районное муниципальное образование либо город Республики Адыгея. И, конечно, с ними группы поддержки из числа коллег, работников культуры. Бесконечно влюбленная в культуру и творчество, посвятившая свою жизнь песне и сцене, очаровательная и прекрасная Наталья Давыдова, руководитель кружков и вокальных коллективов «Бериюшка», Галина Красная, «Золотая рыбка», город Майкоп. Касимов Шуди Калимович, заведующий филиалом Советского дома культуры хутора Казино-Кружковский, актер, певец, многогранная талантливая личность, отец шестерых детей и дедушка 11 внуков. И буквально вчера мы узнали о том, что совсем скоро он станет дедом в 12 раз. Обладатель бесконечного числа дипломов и грамот за все время работы Кашикамбрийский район. Калакутов Инвер Алиевич, заведующий районным домом культуры аула Тахтамыкаев. Руководитель народного ансамбля адыгейских музыкальных инструментов «Гуйч». Обладатель гран-при международного конкурса «Ты суперзвезда, город Москва».
Лауреат Всероссийского фестиваля конкурса «Музыка земли» города Санкт-Петербург. Обладатель титула «Лучший из лучших» в номинации «Инструментальное исполнительство» Международного фестиваля конкурса «Алтын Майдан Крым», Республика Крым. Обладатель диплома Министерства культуры Российской Федерации за вклад в развитие народного творчества. Токтамугайский район. Такое вас, Азамат Султанович, директор Советского дома культуры, выход северо-восточные сады, руководитель театрального кружка Кубик Рубик, человек, обладающий колоссальным опытом режиссерской, актерской, театральной работы, непревзойденный сценарист, обладатель огромного количества дипломов и грамот. Майкопский район. Кут Али Юнусович, молодой, талантливый специалист, муниципального бюджетного учреждения культуры Центра народной культуры город Адыгейск. Шишко Валентина Владимировна, заведующая филиалом Дома культуры Геодинский, яркая, талантливая, очаровательная, несмыслящая свою жизнь без любимой работы. Геодинский район. Когда другие отдыхают, у нее рабочий день. Поет, играет, развлекает. Без устали она всех. К ней в кружок детишки ходят, и взрослые в клуб спешит порой. Никто ДК сторонкой не обходит. Гармонист она вот такой. Концерты, конкурсы, прогоны и репетиции весь день. В свою профессию влюбленной остается по сей день Евтых Кадырхан Салиховна. Культуры аула Соколай, Теочевский район. Шивацуков Рамазан Ибрагимович, руководитель ансамбля адыгейских народных музыкальных инструментов «Джабако». Юморист, сценарист, ведущий, поэт, играет на всех народных инструментах и просто человек. Шабленовский район. Арушанян Артур Владимирович, специалист сельского дома культуры «Маяк», село Еленовское. Музыка – его жизнь, его судьба. И каждым своим счастливым днем в любимой сфере он делится со своими юными подопечными. Красногвардейский район. Злом и добром очень непросто нам жить в мире том. Жизнь нереальная бывает порой, не разобраться то в шут, то в горой. Но существует еще мир другой, творческий мир нас влечет за собой. Где торжествует добро и любовь, где очень просто стать супер. Все на свете открывая мир счастливый, мы стремимся жить красиво. Мы Ромео и Джульетт, и каждый день на сцене этой для нее мы рождены, ведь мы на сцене короли. Счастье, когда ты на сцене стоишь, плачешь, страдаешь, смеешься, грустишь, веришь, надеешься, любишь и ждешь, лучшего места вовек не найдешь. Часто мы слышим такие слова, что королей выбирает дома. И несомненно во все времена среди нас любит и верит всегда. Каролина этой сцене нам подвластно все на свете, открывая мир счастливый, мы стремимся жить красиво. Мы Ромео и Джульетт, и каждый день на сцене этой для них. Мы Ромео и Джульетт.
вами. Мир чувств и эмоций, мир сказок и приключений, мир радости и печали, мир души и добра. Мы твои преданные служители, о сцена! Мы боготворим тебя. Мы живем тобой. Мы преклоняемся пред тобой. Школьной самодеятельности. Пела, танцевала, участвовала в инсценировках. Но тогда не помышляла связать свою жизнь с творчеством. Настоящая любовь к сцене ко мне пришла позже. Поверить в свои творческие способности мне помогли мои дорогие близкие люди. Они открыли для меня радость общения со зрителем. Счастье дарить хорошее настроение людям и частичку своей души. Это мой брат Евгений Цыганков, победитель республиканского конкурса «Культработник 2003». И моя невестка Елена Цыганкова, победитель республиканского конкурса «Культработник 2004». Мы хотим вам представить нашу коллегу, родного нам человека, яркую, красивую, артистичную, талантливую, энергичную Валентину Шишко! Мы желаем Валентине удачи в этом конкурсе. Верим, что она достойно представит Геогинский район в конкурсе «Культработник 2018». Повышать художественный уровень. А еще мы должны нести людям любовь и добро. Спеши делать добро. Под таким лозунгом проходит работа Дома культуры «Геогинский», которым я заведую. Мы постоянно проводим благотворительные акции для инвалидов. Посещаем дома-интернаты для инвалидов и престарелых. Поздравляем ветеранов, тружеников тыла и детей войны на дому. Так уж случилось в моей жизни. Я очень близко столкнулась с проблемой детей с ограниченными возможностями здоровья. К этой категории относится мой сын Максим. Воспитанник школы-интерната для детей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. Наш творческий коллектив взял шефство над этой школой. Мы являемся
честными гостями. Проводим развлекательные игровые программы, дарим подарки. Эти дети особенные. Они воспринимают мир по-своему. Они слышат сердце, разговаривают на языке жестов. И мы стараемся их понять, понять их внутренний мир и сделать их жизнь ярче и счастливее. Спешите делать добрые дела, почаще улыбайтесь людям, ведь с добротой давно я поняла, мы радостнее и счастливее будем. Тех, кто страдает, вовремя утешьте, подайте руку помощи всегда. Несчастных и не будет на планете, не будет обездоленных тогда. Добро способно чудеса творить, оно нас учит верить и любить. Чаша вашей жизни.
слышите? Каждый мячик обозначает самые важные вещи для вас. Любовь, семья, счастье, здоровье, удача, друзья, мечта. Скажите, полна ли она? Точно полна? А сейчас? Чаша нашей жизни заполнена до краев. Но как вы сейчас убедились, что в каждой чаше найдется место для новых стремлений, открытий, для новых добрых дел? Шли прибоями по закону. Просто так надо жить, чтоб не устала радость.